Свадьба в русском народном стиле. В Ликино-Нулевском отделе ЗАГС прошел необычный обряд бракосочетания. Евгений Чемезов и Елена Фирюлина решили пожениться по русским традициям. Молодожены и гости праздника были одеты в русские народные костюмы. Невеста в белом сарафане, расшитом национальным орнаментом, и жених в русской рубахе, подпоясанной кушаком и картузом на голове. После торжественных звуков марша Мендельсона звучала русская народная музыка. Вручила свидетельство о заключении брака главный специалист отдела ЗАГС Татьяна Базанова.